Много изменилось со времен последнего турнира бойцов. Темные силы снова пошли войной. Их атаки ослабили защитный слой Земли. Враги из Галактической Империи и других планет начали вторжение. Только самые сильные бойцы могли противостоять их натиску. Лю Кан, принцесса Китана, ниже нуля, Джакс, Соня Блейд, Ночной Волк, Кива, Кертис Страйкер. Они объединили свои мечи чести и справедливости и стали защитниками мира. Mortal Kombat. Защитники Империи. Битва начинается снова. Хватит, Кива. Эй, мне нужно работать. Командир, тревога! В защитном слое новая брешь. Ночной Волк, это Лю Кан. Ты слышишь? Слышу и вижу, у нас гости. Что на этот раз? Датчики зафиксировали киборгов. Возможно, за этим стоят Сектор и Сиракс. Сообщи, когда будешь знать. Конец связи. Снова начинается смертельная битва. Осторожнее, это Сектор и Сиракс, а не безмозглые киборги. Наверное, у них есть мозги, только, скорее всего, уродливые. Давайте зададим перца этим уродам. Мяу! Китана! Лю Кан? Ты жива? Я боялся. Страх ничто в сравнении с тем противником, который ждет нас. Пока проникло 22 киборга. Пространственный коридор открыт, их может оказаться и больше. Я не допущу этого. Мы не можем подпустить их отряд к городу. Да, это не смешно, Страйкер. Пока что нам удалось уберечь горожан от этих космических пришельцев. Крепись, солдат. Я не твой солдат. Если эти киберкретины одержат верх, это уже не будет иметь значения. Нам нужен стратегический план действий. У меня он есть. Бой! Надо быть мазохистом, чтобы связаться с этой девчонкой. Поверить не могу, Соня Блейд снова впереди. Вот это да! За дело! Спасибо, что прикрыл мне спину, но не забывай о своей. Вот так. Сдавайся, принцесса Китана. У нас не только более мощное оружие, нас 20 раз больше, чем вас. Ты превосходишь числом, Сектор, но у тебя нет души. У тебя был шанс. Уничтожить цель.
Без чести и души ты ничто. Неплохо, Люка. Берегитесь, ребята. Бесполезно. Мы справились с 5 ниндзя, а на их месте появилось 10 новых. Уничтожить их. Ниже нуля. Что этот прохвост здесь делает? По-моему, он неплохо остудил пыл нападавших. Надо поддержать его. Ты спятил. Мы не можем доверять ниже нуля. Он предал свой собственный клан. Слушай, я не собираюсь на нем жениться, но он нам здорово помог. Мне он тоже не нравится, но мы должны уничтожить киборгов. Тогда чего мы ждем? В бой! Соня, прикончи их! Отойдите. Мне нужно закрыть коридор. Мы выбросили киборгов из нашего измерения. На этот раз да. Для этой встречи нужен нож для колки льда. Мы сомневались, что когда-нибудь еще увидим тебя ниже нуля. Ты так внезапно исчез. Да, и мы не знали, на чьей стороне ты сражаешься. Я понимаю твое недоверие, Соня. Это правда, когда-то я был Ли Куэем и сражался на стороне тьмы. Но это было давно. Когда был еще жив мой брат? Прошло много лет с тех пор, как Лю Кан сразился с ним на поединке. Чтобы победить, используй силу, дающую жизнь. Разве я смог бы победить его без секрета Китаны? Дело сделано. А? Мы закончили свою работу. Тогда почему же ты все-таки предал свой клан? Девочка, твои родители когда-нибудь учили тебя такту? После смерти я понял, что мой брат олицетворял силы зла и бесчестия. Я больше не мог сражаться за идеалы своего клана. И тогда я решил помочь вам. Почему же ты потом исчез? Несмотря на все, что я узнал, мою душу переполнял гнев. Поэтому мне нужно было уединиться, чтобы постараться обрести внутренний мир. А еще нас всех интересует, сможешь ли ты простить Лю Кана за то, что он заморозил твоего брата? Лю Кана ты сделал, чтобы спасти Землю. Он сражался честно ради благородной цели. А я хочу знать, почему ты решил снова появиться у нас. Мое возвращение не случайно. Это столкновение с киборгами – ничто по сравнению с тем, что вас ожидает. Кто прислал тебя? Никто. Я пришел, чтобы предупредить вас, Скорпион уже рядом, он вторгнется на Землю. Ты в этом уверен? Да. И неизвестно, в каком месте откроется коридор, когда он начнет вторжение. Ты ведь не станешь ему верить? И вообще, откуда он знает? Они пытались завербовать меня. Как раз вовремя, Рейден. Битва уже закончена, приятель. Не приставай ко мне, Джакс. Я был у старших богов. У нас снова проблемы. Старая песня. А к нам пожаловал Дед Мороз. Ты говорил о готовящемся вторжении Скорпиона. Интересно. Скорее подозрительно.
И потом, кто подтвердит его слова? Я подтвержу. Хоть ты и бог-громовержец, однако и ты очень часто ошибаешься. Ты что, хочешь умереть? Посмотрим, не засек ли ночной волк новые вторжения. Пока ничего определенного, но в защитном слое преобладают отрицательные ионы. Тогда по кораблям и вперед. Подождите, мы не можем раскрыть ему место нашей базы. Эй, ниже нуля уже остыл. Извини, он честный боец. Только потом не хнычьте, когда пришельцы нападут на базу. Крошка, а немного ли ты на себя берешь? Говорит Кертис Страйкер. Люкан, прием. В чем дело, Страйкер? Ты же знаешь, мы хоть и сзади, но все равно в одной упряжке. Забавно. Помни, постоянно будь начеку, иначе ты разобьешь свою машину. Ты слышишь меня? Эй! Немедленно надень черные очки. Люкан, ты понял меня? Да, я все слышал. До сих пор не пойму, зачем мне летать на этой штуковине. Лучше иметь дело с тысячей ниндзя, чем с одним компьютером. Да, но на крайний случай мы должны здорово уметь летать. А я бы не стал ждать крайнего случая. Держись, Китана. Внимательней, Страйкер. Это был небольшой просчет. Я полностью контролирую ситуацию. Я тебя понимаю, Кива. Глупо превращать диких животных в домашних. Несмотря на полицейскую форму, собаки все еще недолюбливают его. Всем известно, что эти твари переносят разную заразу. Какой ты зануда. Все в порядке, приятель. Ниже нуля наш друг. А вот кто нам Страйкер? Я видел твою работу. Спасибо. Пошли ниже нуля. Мы приглашаем тебя на экскурсию. Он и так знает все ходы-выходы. Неужели надо выдать все до последнего секрета? Не обращай на нее внимания. Все нормально, просто Соня... Это Соня. Не в этом дело. В битве с пришельцами Соня потеряла своих напарников. Это не ее вина, но она до сих пор чувствует себя виноватой. Она очень переживает. Мы все по-разному залечиваем свои раны. Есть какие-нибудь нарушения в защитном слое? Не бойся, мы тебе сообщим. Я еще поверю, что ты шаман, человек большой магической силы, но ты компьютерный гений. До сих пор нам удавалось отбрасывать всех пришельцев назад. Но в последнее время их атаки стали слишком частыми. Постоянное напряжение серьезно ослабило защитный слой, поэтому входить в земной мир становится легче. Тревога! Нет, новая атака. Это Скорпион? Нет, Номады. Вопрос, как ему удалось? Ну что, нарисовать тебе карту? Ниже нуля предал нас. Я говорила, что мы не должны верить ему. Клянусь честью, я ничего не знал об этом. Честью? Ну да, как же. Мы с ночным волком займемся им, а всем остальным пора сесть в корабли и заняться обороной.
Нет, нет, нет. Я тебе не рекомендую. Там будет еще уже. Постараемся проскочить. Пора нападать этим номадам как следует. Понимаю, как эти номады прошли незамеченными? Скорее всего, они проскочили вместе с Сираксом. Номады – низшая форма жизни во внешнем мире. С каких пор ты дружишь с западными окраинами Вселенной? Наверное, после того, как они пытались переманить меня, они установили за мной слежку. Ага. Ты с Кивой посторожишь ниже нуля? Нужно подготовиться к обратной отправке номадов. Да, занимайся своими делами. Кто-то пробрался внутрь. Это Карбрак, их новый вождь. А? Что там? У нас посетители. Нужна помощь. Сейчас не могу. У нас у самих полно забот. Тебе в одиночку не одолеть номадов. Позволь мне помочь тебе. Прикончить их. Кива, ко мне! Стойте, или я убью вас. Прибереги эту чушь для кого-нибудь другого, предатель. Нет чести, нет победы. Помещение безопасно. Спасибо. Снаружи тоже. Раз уж эти номады пробрались сюда, придется мне отправить их в мир, откуда нет возврата. Отлично. А где наш двуличный шпион? Полегче, Соня. Он только что рисковал жизнью, чтобы помочь нам. Сомнений нет. Он на нашей стороне. Ты был прав. Они следили за тобой с помощью вот этого. Давайте посмотрим, нет ли признаков Скорпиона. Ну, что теперь? Конечно, очень нелегко извиняться. Послушай... Ну, прости, что я к тебе придиралась. Просто мне очень тяжело кому-то поверить. Я не могу пережить, когда вижу, как страдают люди, которые мне дороги. Я понимаю. Да, спасибо за все. Боевая тревога. Началось. Скорпион. Смертельная битва продолжается.